А всем привет, мои дорогие подписчики, с вами как обычно, а мистер Сафари. Блять, что за хуйня с голосом? Ладно, похуй, погнали. Всем здорово, с вами мистер Сафари, сегодня мы поиграем в BeamNG. И я скачал несколько новых модов, и сегодня мы их, конечно же, попробуем. Например, это первый мод. Так, это карта Budge Hills. Новая карта вышла. Бля, я думал, она никогда не загрузится, ну ладно. Так. Вы уже видите, что это у нас дорога. Насколько я знаю, что эта дорога у нас кольцевая, то есть у нас. Ты не то! Так, вы ничего не видели, это было внеплановое говно какое-то, так что все нормально. А мы стекло все равно побили, ну ладно. Так, давайте осмотрим карту сперва. Посмотрим, насколько же она огромная. Твою мать. Ох ты ж мать моя женщина. Где твоя собака? Блин, что это? Охереть, большая карта, смотрите просто. Она круговая, да, то есть видно, что... Она идет по кругу, но посмотрите просто, насколько же она здоровенная. Блин, нормально так. Так, давайте-ка лучше спустимся. Ой. Потому что я больше не хочу видеть то, что вы сейчас видели, когда машина падала, потому что... Ну, вы, короче, этого не видели, но вы поняли, да. Так, где машина там? Оп. Оба. Здрасте. Так, ты чё прыгаешь? Я тебя восстанавливаю, она прыгает, нормально вообще. Так, давайте выберем какую-нибудь машинку, пройдемся по этой карте, и насколько я знаю, на этой карте можно устраивать погони, то есть это почти одна из первых карт, на которых прочерчен путь для бота, то есть для компьютерного разума, и он может здесь от нас угонять или просто по рандому ехать, куда ему захочется. Но пока что давайте прокатимся, не знаю, возьмем... Блин, что бы взять-то такое? Не-не-не-не-не, так. Давайте Volkswagen Polo, не знаю, возьмем. Кстати, да, я накачал еще новых машин. Я их сам еще не видел, потому что я как накачал, так и вошел в игру. Ага, вот, этот, я скачал Scania грузовик большой, то есть у нас здесь модификации для него есть. Но не все рабочие. Потому что он разрабатывается. Также я скачал, так, как он называется-то, Hilux Pre-Runner мод, то есть Toyota Hilux в разных модификациях. Но она такая, более раллийная, можно сказать. Так, ладно, давайте уже карту посмотрим. Так, Polo мы взяли свой. Все, погнали. Так, нам бы желательно здесь машину какую-нибудь поставить, потому что мы должны будем кругаля проехать по этой карте. И как мы поймем, что мы проехали кругаля? Правильно, никак. Поэтому нужно поставить любое дерьмище, хоть вот это. Рядом. Вот так вот ее поставить. На ручник, все. Как только мы до нее доедем, значит мы проехали круг. Так, все, погнали. Посмотрим уже эту всю карту. Не знаю, стараться, не стараться аккуратно сейчас ехать. Ё-моё. А мне эта карта уже определенно нравится, твою ж мать. Ну ладно. Это норма. Не отвлекаемся. Представим, что это у нас просто так заточено под дрифт, да, колеса, короче, вот так. Вот развал дикий напереди. Специально под дрифт, под какой-то уебанский дрифт, извините за мат. Ну ладно. Нет! Ну вот, бампер теперь не мешается, все нормально. Поехали дальше. Так. Ты, блин, ее ведет вправо, так нечестно. Ух ты, ё. Она на ходу? Она вообще заглохла. Это нормально, да. Да, именно нормально. Ладно, давайте здесь восстановим. Нам нужно все-таки проехать этот круг, чтобы нормально обозреть всю карту, потому что я ее сам еще... До сих пор не проезжал. То есть я до записи ролика, если считай, на ней просто зашел, посмотрел, нормально ли она работает, загружается, и вышел. И начал же ролик сразу же пилить. Так, тихо. А, блин!
Никто не сказал. А че никто-то не сказал, что тут такая жопа? Че здесь... О, а диск, кстати, красивый получился. Ну, в принципе, мы как на ралли вылетели. Даже... У нас сейчас даже с авариями получается, это реально классно. Пол, я ж тебя восстановил, починил. Куда часть твоего... кусок бампера, куда ты дел? Пола, ау, ты куда кусок бампера дел? Твою мать. Что-то у Пола с поворачиваемостью не то, да? Согласитесь? Она едет, кстати. А поехали, так что? Ралли так ралли. Ой, блин, а колеса отрываются от асфальта. Давай! Нет, невозможно. Да... Почему я восстанавливаю? У нее вон кусочек пропал. Здесь бампера нету. Пола, ты что разваливаешься-то? Походу, обновление BeamNG дают о себе знать. И скоро нужно будет... новые моды скачивать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратненько. Чихо. Чихо, чихо, нормально. Бампер, отвались. Мы как бы целенькие, но вот бампер меня смущает. Передний сразу отошел. А этот не хочет отходить! Тихо, держись. Чихо. Блин, чихо, почему чихо? Может, я чихнуть хочу? Да нет, вроде. Так что едем дальше. Так, сколько нам еще ехать? Она большая, пипец, карта. Наверное, надо все-таки поаккуратнее ехать, а не 150 гнать. Да она вообще не поворачивает. Капец. Пола, что с тобой не так? Я по тормозам даю, нажимаю поворачивать, а ты прямо едешь. Это ж... Хотя, в принципе, логично. Это потому, что я дурак, наверное. Хотя нет, это Пола говно. Не, ну вы видели, я вывернул руль полностью, она не... Давайте возьмем какую-нибудь еще машину, все равно едем сейчас пока что здесь. Не знаю, давайте Toyota Celica Sport возьмем. Надеюсь, с ней все нормально будет. С тобой все нормально, колеса есть, все, все на местах вроде. Так, она у нас вроде не особо мощная. На разных картах у машин разная покраска, what the fuck. То она белая, то она какая-то мах... Это какая махровая, это ё-моё. Хромированная. Ты серьёзно? Ты уже рассандалилась? Ладно, так, едем. У тебя все окей! Нет, не окей у нее. Ну вы хотите аварию? Вот я вам устраиваю, да? Просто карту смотрим, но при этом мы... Аварию уже понаделали, капец. Зато красивые аварии все. И да, ребят, кстати, если дальше хотите, конечно же, BeamNG, всегда ставьте лайк. Мне всегда нравится осознавать, заходить на ролик BeamNG, видеть, что там стоит 10 и более лайков, и это уже... На любом видео, когда 10 и более лайков у меня, это уже мне стимулирует делать еще ролики, потому что уже радует. А 20 и более, так это вообще пипец, ребят. Когда на BeamNG становится 20 и больше лайков, я вообще сразу пилить бегу, это ж реально охрененно. Так, мы, по идее, уже скоро круг проедем, что уже что-то знакомые места какие-то. Ну-ка. Нет! А знаете что, я отсюда не выберусь. Так, я знаю, на чем я отсюда смогу вылезти. Я надеюсь, ты работаешь, да? Оффроуд мануал. Извините, если голос немного какой-то странный, положен, что-то приболел. А, едешь, едешь. Я уже думал, не едет. What the fuck, что у тебя с колесом уже? В нем дырка. Тебе колесо менять надо. Давай, давай, вылази, вылази. Давай, я в тебя верю. Ну что ж ты так... Куда ты... Кто так спамнится? Ладно, я понял. Что-то с этой Тойотой не так. Ей, походу, по жизни просто уже не везет. Ее переделали в ралли, и ей уже по жизни не везет, короче.
Да, сука! Харе так делать. Она очень переворачиваемая, я смотрю. И неповоротливая. Ну, блин, Тойота, ты то, тебя только в грязь, реально. Это Unreal просто. Лол, хераси. Тут она газу дает, и у нее задние, у нее передние колеса отрываются от земли, блин. Так это ж не ралли, это дрифт. Чё же вы не сказали, что это дрифтовая? Не кажется ли? Где наш Мерс? Нет, мы еще не доехали. Смотрите просто, как ее гнет. Заодно и смотрим модики, которые я скачал. Тойота, потому что это одна из них. Зашибись, Тойота! Оп. А вот без шлифовки ты лучше едешь. Так, аккуратно. Вау! А вот за вот такое можно лайк поставить, как мы дрифтим на очень переворачивающей тачке. Тихо, тихо. Камни тебе нипочем должны быть, так что аккуратненько. О! Занизили. Смотрите, даже не надо газ давать, сразу занижено. Оп. Смотрите, как классно на ней ехать. Немножко переборщил. Вот смотрите, мы сейчас пробел, да? Оп, газу, оба-на, стартуем. Смотрите просто, как у нее перед просто, у нее как будто сейчас передний мост сам уедет просто вперед, а задний здесь останется. Хотя или наоборот. А, шата факап. Вау, вот это... Да блин, камера, все интересное пропустили. Давайте возьмем что-то более низкое, потому что иначе мы падаем просто дичайше. Ой, давайте Chevrolet Camaro, вот я знаю, что он просто не подведет. Что он медленный, спокойный, не переворачивает, ничего. Ну не настолько же медленный, ты чё, обиделся что ли? Вот Camaro все-таки слабеньким сделали. Ну давай. Короче, пацаны, это просто Камара, да. Если кто не знал, Бамблби именно так и ездит, да. Это он, вонючий силикон. Так, нет, нормально. Где наш Мерс? Я его походу вижу. Или нет? А, это знак просто, ясно, понятно. Ладно, давайте уже... О, сотку разогнали, Камара. Нифига себе, Камара. Как ты так разогнался? Ты же не спорткар какой-то. Ты же вообще... Походу, тебя из русской Лады собрали просто. Двигло, по крайней мере, то же самое, как будто поставили. О, боже. Ты даже не газуешь. Где твой газ? Ты должен шлифовать, не знаю. Но зато он спокойный. Не агрессивный, ничего. Можем вот так спокойно ехать. И дрифтить как-то с носом просто. Из-за того, что он, наверное, тяжелый. О, смотрите, забор проломлен, как будто кто-то вылетал. Это прикольно сделано. Вообще карта прикольная, но надо сейчас погоню нам нужно будет устроить. Нам доехать на нашего Мерседеса. Найти наш уже Мерседес поскорее. И устраивать погони. Только погони мы будем устраивать не с Камара, конечно же, а с какими-то более крутыми тачечками. Опа. Ну где ж наш этот? Капец, вот. Я же говорил, карта большая. То есть мы уже сколько едем, да? Ну, конечно, большинство из этого времени мы просто разбивались. Как вот и сейчас случилось с Камара. Ой, Камара ж, какой ты Камара. Я знаю, на чем мы можем проехать точно. Короче, ребят, я не стал уже доезжать, потому что мы где-то рядом были. Я просто сюда телепортнулся. О, а мне, кстати, интересно. Так. Встань на ручник.
Ты, блин, зачем ты сломалась? Давайте ее поставим как-нибудь. Аккуратненько эту BMW вот так вот. И на ручничок. И теперь возьмем БТРчик. И наедем БТРчиком на нашу BMW. Сможем мы на нее наехать? Она достаточно низкая. Нет, ты стой на ручнике. Твою мать, я не это хотел сделать. Сейчас в кювет ее, короче, столкнем и по ней проедем. Оп. Да ты что, издеваешься? Ладно, я тебя понял. Ты хочешь, чтобы я в тебя с разгона, да? Окей, так, давайте в нее с разгона вмажемся. Тихо. Мне прям хочется эту бэху раздавить, но что-то пока не получается. Во, давай, давай, давай. Заезжай, заезжай, беттер. Посмотрим, чем же... О. BMW, кстати, на ходу. Она газует. Ну, а, вот, все, она на ходу. Лол. Нормально так. Давайте, раз мы уже смяли, сейчас развернемся на беттере и ее уже окончательно попытаемся добить. Так, 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 тихо, тихо, беттер, беттер, беттер. Задний давай. Короче, ясно, с тобой все понятно, беттер. А, у него бампер мешал, ясно. Вон, куски просто. BMW вся засосал БТР. Вот он и не едет. Вот, опа, опа. Давай, ну, блин. Бэха высокая, надо что-то пониже взять, наверное. Она еще на ходу? Нет, после такого она уже сказала: пошел в жопу, хозяин. Так, во, на Феррари должен заехать. А, беттер! Куда? Я тебя не отпускал. Стоять. Так. Аккуратненько разворачивать. Нам надо только набрать, наверное, скорость на бэтре побольше, потому что я смотрю, скорость влияет на то, как мы залетим на машину. Так, стой! Да что ж, бэтр какой-то гиперактивный ты, бэтр. Что у него с колесом? Давай, 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 давай. Выезжаем. Вообще, он, конечно, ползучий пипец. Так. И теперь берем и разгоняемся. Давай, еще Е ускорение ему добавляем. Теперь мы должны наехать на нее в самый раз. Но она, блин, жалко, ручник плохой у этих машин. Хотя... Я бы не сказал. Опа. О, Феррари просто край. Еее, better win, все. БТР победил. Феррари. Конечно же, не на ходу. Блин, капец, он ее просто размял. А давай повторим. А, нет, задом он уже так не наезжает. Хотя... Сейчас посмотрим. Может и наедет еще. Давай, давай, давай. Сейчас мы тебя переедем еще разок. Опа.
Ну, короче, ой-ой-ой-ой. Вот надо поменять восстановление. Потому что сейчас погоню будем устраивать. Давайте одну погоньку, а если вы захотите, то в следующей серии я еще устрою погонь на этой карте. Блин, Беттер. О-о-о, точно, у него же есть помощник. Так, Феррари наша, ну, просто край. Наш Беттер мы меняем. Давайте посмотрим, давайте на BMW. Так, на BMW, а у нас Феррари мы меняем. Давайте Мерседес, почему нет? Только я не знаю, хорошо ли управляется Мерседес. Такое будет противостояние Мерседеса и BMW. Оп, так, ставим фли, так, 400 метров, фли, и переходим, все. Теперь от нас Бэха должна сваливать. Ты куда? Бэха, ау. Ау, я тут как бы, ты от меня сваливать должна. Окей, она выбрала другой маршрут, ладно, давайте посудим, не будем осуждать выбор BMW и поедем за ней. Вау, а у нас несет немножко так. Бэх, ты чё не газуешь-то? У Бэхи, походу, мощи не хватает. Блин, вот Мерс таскает, вообще неприятно таскает очень. На. Бэха получила под зад. Что-то Бэха вообще не едет. Воу! Она от нас угонять начала. А нас тем временем развернула. Окей. Пока кто-то из нас не сломается окончательно, мы не закончим эту битву титанов машиностроения. Тихо. Так. Поддаем под зад. Под зад Бэхи подали. Лол. А, это я думал фару растянула, это полоса желтая просто. Лол! Нет! У нас все, мы с Бэхой, походу, в минусе. Или Бэха выживет, хотите сказать. Ну, Мерсу все, это Мерсу крандец. Бэха еще пытается ехать, кстати. А наш Мерседес? Он, кстати, тоже пытается ехать. Но это конец. Это, ребят, конец. Что там у нас BMW? Так, disabled. Ну ты у нас повисла, да. Бесполезно что-то с тобой делать. Хотя... Ну, короче, она прилипла к камню. Зад расхерачен нашим Мерседесом на славу. И BMW ничего уже не может сделать, она прилипла к камню. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Конечно же, ставьте лайки, если вам понравилась эта серия. А также пишите в комментариях, что мне дальше делать. Предлагайте свои идеи с разными машинами, там, с БТРом, с картами разными. А пока что с вами был Мистер Сафари. Всем пока!